уходящая в отставку канцлериха Германии Меркель встречалась с польским премьером Моравецким и пообещала ему полную поддержку от Германии. И знаете, так сильно осудила Лукашенко, наверное, что у того аж затряслись поджилки. Ну, конечно, очень легко осуждать и обсуждать, когда тебе править осталось 3 дня и 20 минут. То есть, хотелось бы видеть от Германии при Меркель ранее, скажем так, шаги, которые не просто бла-бла-бла, ко-ко-ко, и такие ужасные осуждения, переходящие просто в невероятное осуждение режима Лукашенко. А хотелось бы видеть гораздо более жесткие санкции. И хотелось бы видеть санкции в отношении его пахана Путина, а никак не констатация этого факта, что Лукашенко, видите ли, нарушает права человека и, видите ли, создал мигрантский кризис. Ну, раз создал, значит, надо же, наверное, что-то предпринимать, а не только трындеть, как это умеет делать Меркель. В свою очередь, польский премьер заявил, что Польша находится на переднем крае борьбы с вот этой вот навалой, с вот этой вот ордой, по-другому ее и назвать нельзя. И отметил, что Польша защищает сегодня сама всю Европу. Но я бы от себя еще отметил, что Польша не только сама защищает, но и Украина защищает. Потому что прежде всего эта орда напала на Украину, тоже славянскую страну. А уже потом на Польшу. И получается сегодня, собственно говоря, Украина и Польша две страны, которые отдуваются, останавливают орду за всех. А все остальные очень сильно как-то озабочены. По-другому и не скажешь.